Всех приветствую, меня зовут Дмитрий. Мы ведем репортаж из магазина шуб в Дубне, меховой на Тверской. А сейчас я вам расскажу кратко о том, как правильно выбрать норковую шубу. Выбирая фасон, ориентируйтесь на то, какой вы ведете образ жизни. Если он активный, это автомобиль, метро, вы постоянно в движении. Выбирайте модели «Автоледи», укороченный вариант, чуть выше колена можно, «Автоледи», это летучая мышь, летучки. Шуба может быть как с воротником, так и с капюшоном. Это смотрите уже, что вам нравится, носите вы шапки или нет, нужен вам капюшон или нет. Если вы часто гуляете, ходите пешком до работы, вам нужна шуба на мороз, конечно, рассматривайте удлиненные варианты. Это длина чуть за колено, ниже колена, и более длинный фасон, длина 110, 120, 130. Также можно рассмотреть шубу чуть выше колена. Сейчас представлены разнообразные модели в любой длине шуб. Сейчас я немного покажу вам из модели «Автоледи» короткие фасоны. Это может быть фасон «Летучая мышь». «Летучая мышь» хорошо подходит как не на небольшие размеры, так и на женщин, более, которые просят побольше размера. 52, 56, там 60, 68. Летучки шикарно в этом помогут. Они есть как с воротниками, так и с капюшонами. Также, если смотреть «Автоледи», вот такие шубки есть. Молодежные и женский вариант. Подойдет всем. Для активного образа жизни. С капюшоном и с воротником есть. Длина до колена. Чуть выше колена. Сейчас есть большой выбор шуб-трансформер. Это где отстегивается манжет и подол. Сейчас я вам шубку сниму, покажу. Вот. Длина 90 сантиметров, может быть как с капюшоном, так и с воротником. Отстегивается манжет и подол. Поперечка, расцветки разные. Расцветок у нас очень много. Шубы у нас постоянно продаются, так что поступление регулярное, и мы можем привозить различные новинки. Под заказ более 10 тысяч шуб, есть в наличии каталог со всеми абсолютно новинками. Вы можете купить за наличные, также и в рассрочку. Так, и шуба более длинного фасона. Тоже светлая возьмем, посмотрим. Это длина ниже колена. Длина ниже колена. Тоже отстегивается подол, манжет. Фасоны есть разные. Фасоны есть разные. Модель баллончик немножко заужена. К низу паркетик. И вот смелое решение. Длина 110-120 сантиметров. Капюшон и воротник. Такие вот. Вот. И по расцветке смотрите. Если вы темненькие, смотрите шубы более темного цвета. Черные, коричневые. Если вы светлые, можете смотреть расцветки. Пудра, голубая норка. Они будут хорошо сочетаться. Вот, увидимся в меховом на Тверской. До встречи, пока-пока.